Представляете, я вам про гвозди говорил, что это геморрой разбирать. Но геморрой разбирать, когда шляпы нахуй обрывает у саморезов, еще хуже, чем гвозди, блядь. Гвозди хоть можно нахуй подцепить, вытянуть, а эту залупу хуй. Вот сейчас я не знаю, что делать. Все, блядь, сбито нахуй. И все, а уровни-то хуй. Потому что вся эта залупа вниз опустилась, ебать. И все, нахуй, пиздец. Самая печаль, что, блядь, это были бы саморезы хорошие. Вот здесь, блядь, открутил нахуй, блядь. Приподнял в уровень и все. Ну, сука, им падла, все шляпы пообрывало, ебать. Вот так, нахуй, мои молодые строители, ебать. Залупа полная. Я говорю, не надо вам эти стройки, ебать. Идите учитесь, нахуй. Сейчас я вам скажу по секрету, блядь. Айтишники получают, блядь, больше, чем вот эти строители вместе все взятые, нахуй. Я вам серьезно, нахуй. Идите, блядь, и учитесь, нахуй, там, программы эти ебаные. Лучше всякие эти коды пишите. Вот которые коды ребята пишут, они вообще нормально нахуй зарабатывают. Учите эти ебаные языки нахуй программирования. Я говорю, вот вам нахуй в жизни они, блядь, помогут. Вот как мне нахуй, мне надо найти чела какого-нибудь, блядь, я его по фотографии нахуй найду, даже, блядь, по номеру нахуй машины, понимаете? Вот в этом нахуй разница. Строитель, блядь, или умненький человек нахуй. Всегда чистенький, всегда... Я просто тащусь от разных работ, понимаете? Просто мне похуй, где работать. Ну, мне нравится вот так вот записывать, пиздец, с ребятами общаться. Весело, понимаете? За компом-то я один, один хуй. И все, пиздец, что делать, не знаю, нахуй. Это геморрой, ребята. Это геморрой, отвечаю, ебать. Вот и все. А потом, почему я, блядь, психую? Да потому что пиздец, нахуй.